Добрый день! Сегодняшний видеоурок посвящен сдаче статистических форм отчетности и своевременному их обновлению в программе 1С. Будем показывать на примере конфигурации бухгалтерии предприятия редакции 3.0. К примеру, вы обнаружили, что отчет, который вы отправили, который был сохранен в конфигурации, имеет неактуальную форму устаревшей даты, и вам нужно его обновить и отправить срочно сдать. Чтобы не дожидаться выхода релиза или исправлений, нужно скачать этот отчет непосредственно на актуальную форму с сайта Росстата. Показывать буду на примере, например, такой формы, как 11 сделка, приказом Росстата 384 от 15 июля 2020 года. Актуальный шаблон этой формы от 17 сентября. Проверим, какой шаблон имеется в конфигурации. Он от 15 июля. Но шаблон формы на сайте Росстата имеет другую дату. Чтобы обновить этот шаблон, нужно зайти в настройки. Настройки XML шаблонов. И зайти по гиперссылке, перейти на сайт Росстата с полным списком актуальных шаблонов на сайт. Найти там нужную форму. Вот она. И скачать XML-шаблон. Наш XML-шаблон находится в загрузках. Переходим обратно в программу 1С. Нажимаем «Загрузить». И выбираем скачанный нами файл. Шаблон успешно загружен. Остается только сделать новый отчет. Последний добавленный список отчет имеет актуальную форму, которую мы только что загрузили. И дату этого шаблона уже обновили 17 сентября. Так как используется последняя версия шаблона, то можете смело создавать отчет и отправлять его в статистику. Ну а на этом урок закончен. Спасибо за внимание.